Итак, значит, название логико-сенсорный интроверт у нас функциональный инспектор. Подчеркиваю, это функциональное название. Если же выражаться языком образов, то больше всего подходит определение под женщину инспектора крепкий орешек. И что же нужно, чтобы расколоть этот крепкий орешек? Я сразу дам краткий ответ, а потом перейдем к разным подробностям. Краткий ответ такой: чтобы его расколоть, нужно пострадать и побывать в роли жертвы. Вот так. А также доказать свою преданность. То есть это драматический сценарий должен быть. Подчеркиваю, пострадать, побывать в роли жертвы, невинной жертвы, желательно, и доказать свою преданность. А теперь давайте по отдельным чертам пройдемся, затронем какие-то интересные вещи, которые касаются женщины-инспектора, и что нужно знать обязательно мужчинам, так как они с этим столкнутся. Первое – это поддержание порядка. Поддержание порядка. Женщины этого типа очень рассудочны. Вот. Они предпочитают логику мимолетным чувствам. Причем их логика какая? Структурная, четкая. Вот. Она часто воплощается в поддержании заведенного порядка. Если этого порядка нет, это очень дискомфортно. Потому что, смотрите, формула любого инспектора, а женщины особенно, потому что нечего скрывать эти качества, это ЛС, структурная логика и комфорт, и сенсорика комфорта. То есть нет порядка, нет комфорта. То есть в дискомфорте существовать всем плохо, а инспектору тем более в хаосе. В чем может заключаться такой... Ну, на своей территории женщина-инспектор сразу начинает свой порядок наводить. В чужой монастырь она со своим уставом не входит. Она хозяин на своей территории.